Ватсапчики, привет, привет, народ. Dying Light 2, мы продолжаем проходить нашу замечательную игру. Что у нас здесь происходило, что в прошлый раз было? В прошлый раз было, что мы шли в город, нам нужно срочно встретиться с каким-то мужичком. Пока он мужичок, мы еще не знаем, но что это за создание. И он нам расскажет, где находится другой мужичок, боровичок, которого нам тоже нужно зачем-то найти. В общем, тайна покрытая тайной. Нужно идти в город. Итак, нам вниз, нужно идти вниз, посмотрим, что у нас внизу. Виды, конечно, здесь замечательные, как я ранее говорил. Виды просто великолепные. Так, что у нас здесь? Музыка такая прям воодушевляющая. Какая-то статуя. Я предлагаю, кстати, все это дело обыскивать, потому что иногда здесь попадаются очень прям крутые вещи. Вот какая-то коллекция к чему-то там коллекции. Отлично. И это мы взяли. Так. На мусорной куче обязательно прыгаем, чтобы не разбиться. Ля пордунтик. А тут, короче, видели... А, тут был спуск аккуратный, вот такой вот. Ну, придется прыгать, я так полагаю, да. Придется прыгать и нам вон туда дальше. Давайте попробуем на берег выплыть. Отлично, все сработало. Мы под водой. Нам теперь нужно доплыть до берега. Прием. Это Эйден. Ты меня слышишь? Громко и четко. Значит, ты уже близко. Конечно. Я переплыл озеро. Значит, ты уже почти у туннелей. Там есть вход. Единственный, который оставила ВГМ, когда закрыла город. Поторопись. Давай, какой вход? Что не так? Живее. Так, что-то происходит, он требует, чтобы мы поторопились. Окей, давайте поторопимся. Видимо, есть явная причина не заставлять его ждать. Поэтому следую маркеру, который у нас есть. Паркур! Паркур! Воу-воу-воу-воу, йоу-йоу-йоу-йоу. Это был опасненько. Restrict Area. Растратная арея какая-то. Нам, ну, в общем, нам нужно туда. Все, я понял, как я туда перепрыгну. Надо просто повнимательнее смотреть. По сторонам. Так, то здесь вроде чисто, можно идти. Кажется, пока никаких странных существ я не вижу. Слышишь меня? Скоро встретимся, уже иду. Блин, я нихера не вижу. Нахера делать такие темные игры? Можно чуточку светлее. Давай отменить. В смысле отменить? По сюжету нам нужно открыть. Итак, мы двигались дальше. До пока... Ох, нихрена себе. Здесь. Жесть. Есть кто-нибудь? Ну, кроме мух, этот явно никого не будет. Так, вот двигаемся дальше, не отстаем. Здесь, я, по сути, по всему опасно. Опасно здесь находиться. А, черт, мне это не нравится. Кому ж нравится тогда такое? И что дальше? Что? Запрыгнул я сюда. А, это вагон, оказывается, у нас. Ни хера не видно. О, боже. Где мы... Игра, где мы находимся? Скажи мне, пожалуйста. Отлично, давай, пошуми. Охренеть. Ты в порядке? Тварь меня укусила! Прыгун, в коллекторах полно этих тварей. Скорее выходи на свет. Где Мия? Потом. Нам нужно уходить. Да! Терпи, это пройдет. Да терпи, это пройдет. Держись! А почему? Я так понял, они боятся ультрафиолетового света. Если этот чувак является тем, кто путешествует по зараженной планете, да, и из города в город, он как вот таких элементарных вещей, если он знает, что это был прыгун, он не знает. У него ничего нет. Почему нет с собой фонаря? Что за выживание? Мне кажется, наш герой немножко туповат. Да нет у меня ключа, клянусь!
О, смотрите, мы раздобыли фонарик. Теперь у нас есть фонарик. Задача обновлена. Нет у меня ключа. А в общем и целом. В общем и целом, да, фонарь. Т, во, все, на Т. Ну вот теперь другое дело. Теперь я что-то хоть стал видеть. Давайте обыщем все, что здесь можно обыскать. Но здесь, я так полагаю, будет ничего. Все будет пусто. Так. Это уже чуть что-то получше. Ага. Здесь надо на турничок. И перепрыгнуть. Такая же ситуация. Нас как бы учат новым моментом. Так. Меня протравливает какая-то, я так полагаю, болезнь после укуса. А в прошлой части, да, когда укусили, мы ставили вот этим вот дофига крутым зараженным кучами всяких возможностей, которые мы уже не увидели, потому что игра нам показала только то, что мы превратились в бабочку. А здесь непонятно пока, какую роль будет играть наш укус, который сделали нам в начале игры, или по сути, чтобы это было целью нашей игры — спасти главного героя. Точнее, спастись там, так как мы выступаем в роли главного героя. Пока не ясно, это нам предстоит только узнать. Вы меня не убили. Не знаю, о чем ты говоришь. Пусти его. Ты хочешь, чтобы мы его отпустили, урод? Тогда заставь нас это сделать. Давай! А что не так с пацанами? Почему у них такие странные голоса и черные вены? Нажмите и удерживайте правую кнопку мыши, чтобы блокировать атаку. Хорошо, давайте попробуем. Идеальный блок. Во! Давай еще раз. Да, отлично. Да, есть. Ну вот как? Убейте головореза в баске. Отлично. Что ты сделал? Еще двоечка у нас. Или единичка. Тебе подарок от меня. Нет, двоечка. Я с тобой покончу! Ну в принципе, знаете, их из безблока можно убивать. Я не понимаю, в чем смысл сильно этого блока. Может быть, в дальнейшем это сыграет роль. Но они что после этого удара умирают, хорошо, неплохо. Что после того удара неплохо умирают. Вы получили навык боя У. Чтобы открыть меню навыка, давайте нажмем У. Удар в прыжке позволяет вам нанести удар, когда вы перепрыгиваете через препятствие или через ошеломленного врага. Теперь у нас есть удар в прыжке. Кто это был? Нет времени. У меня в кармане. Я оставил тебе кое-что. Что это? Ключ доступа в ВГМ. Миротворцы, они нашли его. Его нельзя потерять. Ты должен был сказать, что с моей сестрой. Где Мия? Иди в Рыбий глаз. Спроси там девушку по имени Луан. Отдай это ей. С этим и с ее помощью ты узнаешь. Ты все узнаешь. Понял? Береги его. Если Вальцем завладеет, весь город, все умрут. Вальц? Вальц здесь? Да. Они идут. Слышишь, ренегаты? Беги! Пойдем вместе. Возьми это. Пойдем.
смакуя. А вот и наша заблудшая овечка. Так. Один. Мы это исправим. Прикончить его! Так, их трое. Сначала был один, теперь двое, теперь трое. Итак, перескакивайте, чтобы повысить мобильность во время боя, поберегите препятствия, ошеломите его врага, чтобы прикончить через него. Ошеломите врага, чтобы перескочить через него. Боевой паркур, если что. Во время перекатывания и нанести удар левой кнопкой мыши. Значит, ошеломляем пробел и левая кнопка мыши. Это основы боевого паркура. Это вот если ты этого не научился делать, тебе вообще КПРа не дано. Давай. Бросай, пошли. Вот так вот. Мазафака. А теперь и пошли. Давай. Но есть минусы, конечно, у этого боевого паркура в том, что пока ты летишь там, кому-то надо носить удар. А, тебе в спину уже 10 раз придет. Я тебя прикончу. Но... Жесть. Беги, подожди. А кто вот это все будет забирать? Тут ресурсов целых полно. Валим отсюда! Кахир, слышишь меня? Ключ у тебя. Это Вальц. Нужно бежать. Но он мне и нужен. Идиот, он убьет тебя, если найдет. Дело! Блять, идем к вентиляции. Быстрее, сюда. Ты первый. Что ты делаешь? Вальц не должен получить ключ. Что? Выпусти! Рыбий глаз. Луан. Иди. Вот он, предатель! Привет, Дилан. Приветик. И типа так незаметно мы сидим и все это видим. Тут такие щели 25 на 25. Пустите его. Почему ты предал меня? Это не твой ключ, ты не можешь. Где он? Здесь. Это конец. Прости. Становится туманно. Нет. Ты просто умираешь. Еще до падения мой дед разводил лошадей. Красивых, редких пород. Я их очень любил. Однажды его самый любимый жеребец поскользнулся и сломал ногу. Я думал, дедушка ему поможет. Но дед просто вытащил пистолет и вложил мне в руку. Он мне сказал, это для его же блага. И нажал моим пальцем на курок. Я плакал. Я желал смерти своему деду. Но прошли годы, и я понял, нужно делать то, что должно. Ты не оставил мне выбора, друг мой. Здесь кто-то есть. Вентилятор! Взять его! Итак, у нас теперь есть ключ, и нам нужно... Нам нужен вальс, кстати, да. Но в первую очередь нам нужно добраться до какого-то... Ух ты, ничего себе. До какого-то лау-бара. До бара Рыбий Глаз и встретиться слова или лау. А, ох ты, хера. Ни хера. Огонь.
Притворившись рыбкой, мы отправились дальше покорять эти прекрасные подводные миры. А кислород заканчивается. Кислород. Все, кислород в порядке. У нас кислый рот. Да, у нас кислый рот, ну. Так, а тут есть, смотри, направо проход. И здесь вроде как налево. И при этом нас что-то подташнивает. Я так полагаю, виноват во всем этом укус, который совершил, сделал нам охотник. Разновидность зараженного. Такие катакомбы древние. Что происходит? Непонятно. Ситуация происходит. Но я так полагаю, мы превращаемся. В кого, пока непонятно. О, какой город. Я так полагаю, что вирус теперь это не локальная болезнь, судя из истории. Это теперь болезнь повсеместно, и теперь не один город заражен, а заражены все города, все поселки, все микрорайоны, леса, поля, в общем и целом. Все теперь в заразе. Нормально вообще зашли. Люди, вы что? Вы гуманисты или где? Вы должны были помочь, я не знаю. Ну, к вам пришел человек, да? Сразу повесить такие. А, давайте повесим кого-то. Как он? Он превращается! Чего вы взяли? Может, он просто чихает? Он чужак. Его нужно убить. Он со мной. Да, теперь он чужак. Он превращается. С чего вы взяли? Ну, он чужак. Нормально. Ты что, забыл? Ты кто такой? Они тебя прикончат. Тише, не сейчас. Яна! Ингибируй! Это еще что за хер? Быстрее давай! Тащи их сюда! А это, кстати, кто еще не знает, это знаменитый человек. Вот, собственно, основатель паркура. Да, он снялся в этой игре. Будет играть, не знаю, важную или второстепенно важную роль. Но очень приятно его здесь видеть. Те, кто постарше, знают, о ком я говорю. Те, кто помладше, в душе вообще не знают, о ком я говорю. Он шевелится. Хакон? Так я Сетпень, я же убей живой. Его, Хакон, убей его, пока я его не убила. О-о-о, расслабься, дыши. Привет. Похоже, не превратился. Похоже? Хакон, я не хочу, чтобы это было здесь. Ты снова с нами. Моргни, если слышишь. Голова. Ты чуть не превратился, но ультрафиолет и ингибиторы помогли. Ну, и бита тоже. Ты жив. Таким и оставайся. Этот парень чуть нас всех не убил, а ты с ним болтаешь? Девочки, спокойно. Они напуганы. Ты чуть не разнес их мастерскую. Нам пора. Можешь идти? Но я не понимаю, куда мы идем? В безопасное место.
Мне нужно в рыбий глаз. В рыбий глаз? Без биомаркера туда не попасть. Что это за фигня? Биомаркер следит за развитием болезни в темноте. Это твой билет в город. Без него выйти на свет – это вроде лотереи. Ты не знаешь, когда превратишься. Тебе нужен биомаркер, а я знаю, где его найти. Пойдем. Он опять превращается. Спокойно, все под контролем. Все будет в порядке. Ты еще слаб. Подожди. Пей. Правда? А что дальше? Может, в ванной его искупать? Звучит неплохо, дамы, но в другой раз. Пошел ты, Хакон. Обожает меня. Почему ты помогаешь? Познакомимся получше и узнаем. Сначала ты. Откуда это у тебя? Не твое дело. А ты осторожный. Молодец, дольше проживешь. Ты настоящий пилигрим? Или украл этот значок? Я был пилигримом. Час до заката. Я не шучу, Хакон. Он не останется здесь на ночь. Вот, твое оружие и рация. Даже пилигриму это нужно. Давай, пойдем. Итак, а на чем вы остановились? Вы остановились на том, что нам только что спасли задницу. И мы теперь заражены. Надо идти за Кириллом. Я так полагаю, мы его Кирюха будем звать. Ни хрена себе! Неплохо. Где рыбий глаз? Закусочная там, в центре. За свалкой химотходов. А, мне нужно туда. Жаль. Единственная дорога туда через туннель. Они охраняют ее как портал в ебучую Вальгалу. Пройти почти невозможно. Так, давай проедем. Ты можешь помочь мне попасть туда? Похоже, ты хорошо знаешь город. Я жил в этом городе еще до всего этого пиздеца. Я могу помочь, но тебе нужен биомаркер. Без него тебе крышка. Откуда ты? Похоже, издалека. 2000 километров отсюда. Ничего себе! Как тебе удалось не заразиться? Здесь все по-другому. Тут все заражены. Слышал о Харане? Велидор тоже изолировали. Они построили стены, заперли нас внутри. Оказалось, это нас и спасло. А как ты достанешь биомаркер? Просто так их не достать. Если не знать нужных людей. А я их знаю. Пойдем. Да, кстати, я Хакон. Эйден. Приятно познакомиться, Эйден. Добро пожаловать в рай. Типа, да? А что ж, ребятки, я думаю, на этом мы закончим наше очередное прохождение игры. Достанем ли мы биомаркер, и что будет у нас дальше, и какие у нас здесь будут задачи, цели. Найдем ли мы того, кого мы ищем, а ищем мы свою сестру, мы узнаем в следующих прохождениях. С вами был канал Game. Let's play. Подписываемся, ставим колокольчики, смотрим видео, пока не выходят новые на канале. Переходим по ссылке в описании. Пока! Hello, motherfucker!